Всем привет! Меня зовут Азиза, и сегодня я еду в лагерь Орнек. Сегодня я жду от лагеря только хорошего, и я уверена, это и правда произойдет. Я видела очень много детей, и я уверена, что смогу завести с ними всеми очень хорошие отношения. Также я жду хороших впечатлений и хороших воспоминаний.